это судьбоносная личность, это судьбоносная должность. У татар есть очень хорошая пословица. Ясында не болса, шқанында шол болар. Это ты из какой семьи, какое ты воспитание получил? Когда Рустам в деле, он, по-моему, ничего другого не замечает, пока он не отрешит или не достигнет той цели. Республика работает под его руководством с опережением, я бы сказал. Получается. Он уже проработал со мной почти 12 лет в статусе должности председателя правительства. Конечно, весь расклад, когда смотришь, все ребята хорошие, но предпочтение, конечно, падало на него. Он выполняет историческую миссию, потому что он создает еще лучше, еще больше, более крепкий фундамент на то, чтобы институт президентства и института власти в Татарстане еще стали крепче и на будущее.